И еще такой важный момент. У нас ребенок много чем интересуется, все рассматривает, познает и старается даже дружить с детками. Вот, наблюдает очень за ними, и это видно, что ребенок имеет желание подойти и начать общаться. Очень внимательно слушает, когда мы общаемся с ним о том, что скоро он будет говорить и что у него будет много очень друзей. И это видно, взгляд осознанный, сконцентрированный. То есть ребенок хочет общаться с людьми. Да, зайка? Ну-ка скажи привет. Привет скажем? Сынок, на тебя все смотрят. Привет, да. А Микки? Микки Маус? Покажи нам его. Микки Маус. Как зовут его друга? Ты скажешь нам? Как его зовут? Аня. Зайчик, как зовут твоего друга? Аня. Как зовут твоего друга? Аня. Что? Ты. Что нужно сделать? Это. Одень? Ту. Одень? Ту. Одень? Ту. Ту. Трусы. Вот так. Ди. Агу.